На конкурс дети читают стихи. Самарская область, село Кинель-Черкассы, школа номер 1. Кунашева Доминика, 7 лет. Мария пожарла, разукрасилась зима. Разукрасилась зима на уборе бахрома. Из прозрачных льдинок, звездочек, снежинок. Все в алмазах, жемчугах, разноцветных огоньках. Льет вокруг сияние, шепчет заклинание. Лягте мягкие снега на леса и на луга, тропы застелите, ветви опушите. На окошках Дед Мороз разбросай хрустальных роз. Легкие видения, хитрые сплетения. Ты метелица чуди, хороводы заводи. Взвейся вихрем белым, в поле посиделым. Спи, моя земля, усни, сны волшебные храни. Жди в парчу одета нового рассвета.